Добро пожаловать в закулисную жизнь самого популярного шоу по поиску талантов. Это «Дневники Central Asia's Got Talent». Наше шоу не ограничивает себя жанром и возрастом, и сегодня мы предлагаем вам присмотреться к самым юным участникам. Тем более, что близится конец учебного года, а значит, их ожидают контрольные и экзамены. Сегодня мы узнаем, как они справляются с такой нагрузкой. Всем привет, я Донна. Мне 10 лет. Я из Кыргызстана, и я в полуфинале. Мегакидс! Мы крутая команда, мы молодцы. Всем привет, ребята, мы команда M&M. Всем привет, мы Цой Крю, и мы в полуфинале Central Asia's Got Talent. Ура! Всем привет, мы группа Jam, и мы в полуфинале. Ура! Проход в полуфинал – однозначный творческий успех. Но иногда участие в шоу совмещается со школьными уроками и домашними заданиями. Несмотря на то, что у меня на носу ссоры в Сочи, параллельно с конкурсом, для меня важнее Central Asia's Got Talent, намного важнее. Ссоры и Сочи – это тестирование в конце четверти, которое проходят ученики в Казахстане. В полуфиналах нашего шоу главная оценка – количество ваших голосов. Если честно, у меня по алгебре не очень, но я пытаюсь успевать. А с конкурсом я успеваю, у меня все хорошо получается. Ребята, голосуйте за меня, я вас не подведу. Мы прям тренировались каждый день. Я вообще школу на время бросил. Мне тоже. Нам хватает времени и на танцы, и на учебу. Да. Мне не хватает. Больше всего везет участникам, которым учителя идут навстречу. И учителя нам разрешили, чтобы мы поехали, и они разрешили, что мы несколько дней не придем в школу. Ну, я не успевала уроки делать, потом нам напечатали и отправили учителям все, но они нам решили, директор это все посмотрел, завуч, ну, и нам решили, мы уехали, это тоже хорошо. Было немного трудно. Да, было. Да, да. У меня нету времени, потому что у меня школа до пяти почти, ну, а потом я прихожу на гимнастику и тренируюсь, а мы поздно приходим, я ничего не успеваю даже уроки делать. Мы иногда непослушные бываем, и вот не успеваем. Мы иногда, у нас очень мало времени, потому что мы из школы идем переодеваться, немножко отдыхаем, идем прямо в зал и работаем там 3 или 4 часа. После этого уже ночь, как говорится. И идем домой, не успеваем делать уроки. Ложимся спать. Очень хорошо спим. Как убитые.
на сон времени почти не остается. Хотя все понимают, что проваленная контрольная может обойтись дороже, чем красная кнопка от жюри. Вот здесь-то и помогают друзья. Маха учится в 10 классе, и мы втроем учимся в 9 классе. То есть у нас будет в этом году это госэкзамен. Да, госэкзамен. И, ну, мы ходим на допы по госэкзамену, но все равно мы успеваем работать в джеме и все вместе собираться и писать музыку. Просто мы учимся в разных школах. Нет такого, что мы учимся в одной школе. Но, допустим, если кто-то, вот, допустим, мы на занятиях, и кто-то, допустим, пишет ссоры или соч, мы помогаем. Но среди полуфиналистов есть и те, которые успевают готовиться к полуфиналу и учиться на отлично. Чем бы они ни занимались, отдаются делу полностью. Мне нетрудно совмещать учебу и творчество, отчасти потому, что я уже давно занимаюсь пением и, в принципе, привыкла к такой жизни. Безусловно, мне нравятся все эти переживания, гастроли, переезды всякие. Да, это очень интересно. И больше всего мне нравится то, что я набираюсь опыта. Я люблю учиться и узнавать много нового, но и не хочу, чтобы вокал как-то влиял моему саморазвитию, потому что я считаю, что это может вполне стать моим делом всей жизни. К полуфиналу я готовилась очень усердно, хоть и мало, но очень много пота и слез было пролито над этой песней, которую я буду представлять на полуфинале. Я думаю, все получится. А насчет того, что влияет ли моя подготовка как-то на мое обучение, то думаю, нет. Я просто привыкла успевать везде. Очень радует, что наши участники, несмотря на свой юный возраст, особенно дети, скажем так, подходят к данному этапу очень серьезно. Видна очень большая подготовка. Не зря, скажем так, проведенные часы, дни, недели очень заметны на сцене. Я думаю, что с таким успехом получится сделать отличное шоу. Я очень готовилась к полуфиналу. Каждый день занималась, даже в субботу. И у меня... Я не уставала. Я все дальше и дальше стремилась. Вообще, этот проект очень для меня важен, но я никогда не забываю про учебу, и учиться тоже хорошо. Я не знаю, важнее ли проект и вот, то есть учеба. Мне кажется, и то важнее. Я не могу сказать, что то важнее, и то важнее, потому что мне и то нравится. Все важно для меня. Какой-то баланс между учебой и своим хобби. Вот так. Еще лучше, когда успехи на сцене мотивируют к успехам в школе. Так, для одноклассников и учителей некоторых участников их таланты стали открытием. Мне подружки, вся моя школа, они смотрели меня, они мне сказали, ты такая молодец. Я не знаю, даже мальчики мне подарили цветы, вот такое вот, вот такое что-то. Big titties.
Возможно, мои одноклассники не знают о том, что я прошла в полуфинал этого проекта, но о том, что я участвую вот в таком масштабном шоу, они слышали. Я уверена, что мои одноклассники меня поддержат в моем в этом пути. Я в полуфинале Центра Лэш Гот Талант. Голосуйте за меня. У нас учитель, класс-руководительница Рыскуль Саламбаевна, она словно как мама, поддерживает. Конечно, мой класс тоже меня в этом поддержал. Они прям вот, как бы у нас в Кыргызстане сегодня день колпака. И сегодня, как бы вчера, весь класс наш в джолуках, в платках, девочки в колпаках пришли в школу. И мне очень жаль, что я тоже не смог попасть. Это, конечно, огорчило, но они сказали: «Шерзад, давай, мы делаем тебе удачи». Ну и я от себя сказал, что душой и сердцем я с ними. Это так было классно, когда и классные руководители, и одноклассники тебя даже поддерживают. Мои одноклассники смотрели с родителями, и недавно было собрание, на котором пришли родители и дети, и все подходили и говорили, что им очень понравилось выступление, что мы очень классные были и очень энергичные. Успехи в любом деле требуют не только таланта, но и постоянной работы над собой. Как алмазу требуется огранка, чтобы стать бриллиантом. И для этого не обойтись без опытных мастеров, наставников. Педагог Тахмина Рамазанова, она певица, музыкант. В нашей стране она очень узнаваема. У них своя группа джаз, ее просто любимый стиль музыки. И она своим ученикам привила эту любовь к джазу. Она меня вдохновляет, она меня мотивирует на дальнейшие успехи. Очень классный, трудолюбивый. Крутой, очень трудолюбивый, хороший, добрый, еще трудолюбивый, красивый. И никогда не отказывает никому. По учебе все пока 4-5 оценки. Все очень хорошо. Конечно, я отстаю от СОР Сочи. Иногда пишут преподаватели, где Амина, когда она будет сдавать СОР Сочи. Ну, иногда мы исправляем эту ситуацию онлайн. Пишем онлайн СОР Сочи. Ну и отправляем. Все решается, все очень хорошо. Все СОР Сочи, иногда бывает английский язык. Я, конечно, чуть-чуть хромаю. Вот. А средний брат, он хорошо знает английский, он всегда мне помогает. Вот. Мне всегда помогают свои родственники, семья. Мне не тяжело совмещать уроки и творчество, так как я уже привыкла. Наоборот, мне это очень нравится, отставать от школы. Ну, вообще не тяжело. Учишься, то есть... Целый день бываешь на вокале, на уроках, вечером приходишь, делаешь домашние задания, спать и дальше готовишься на следующий день. Школьные экзамены Амины еще впереди, но творческий экзамен она уже сдала.
Ваши оценки мы узнаем позже. А вот как она сама оценивает свое выступление. Мне очень понравилось мое выступление, я выступила на все 100. Если бы у меня был шанс что-то исправить, то я бы ничего не исправила, потому что я спела великолепно. Сказали, что я выступила великолепно, что я будущая звезда, и все у меня получится, только не унывать. У нее очень абсолютный слух, у нее шикарный голос, как она интонационно, вот как все просто точки расставляет. Нам понравилось наше выступление, и мы надеемся, что оно понравилось и жюри, и зрителям. Надеюсь, вы будете за нас голосовать. Молодцы, ребят, вы большие молодцы. Я очень довольна вами. Вы прям супер выступили. Выступила я очень хорошо. Сначала я волновалась, а потом, когда вышла на сцену, стала в позу, уже волнение все пропало за сценой. У меня ощущения были радостные, потому что мне цветы не мешали, они очень красивые. Я хорошо выступила, Ситоре я понравилась, Селику тоже понравилось, и Нурлану тоже. Это очень здорово, что ты умеешь ставить себе планку и добиваешься. И благодаря усилиям твоей бабушки, конечно же, твоя работоспособность, она показала нам такой результат. У меня в выступлении нет никакого секрета. Это все работа над ошибками, нужно работать днями и часами. Central Asia's Got Talent – шоу, в котором возможно все. Central Asia's Got Talent – проект, где ты становишься звездой. Кто пройдет в финал, решать вам. До следующего полуфинала меньше недели. А следующая порция удивительных и невероятных подробностей из закулисной жизни проекта ровно через 7 дней. Смотрите шоу на площадке iTube, а также в эфире рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал Софина в Таджикистане, КТРК и КТРК Музыка в Кыргызстане, телеканал Севимли в Узбекистане и Хазар ТВ в Азербайджане. Просто вот все перфетто, белиссимо.